такое интересное видео. Он ничего не знает. Самое главное, какая бы реакция. Блин, я реально замешательство, не знаю, что делать. Да. Задача непростая. Что? Я в шоке. Да? Немножко? Не, не немножко, прям вообще в шоке. Короче, мы заехали в одну организацию, там аренда детей взяли в аренду. Ладно. Всем привет, с вами Анатолий Маматов, да, и сегодня у нас будет такое интересное видео. Он ничего не знает, а в этом как бы весь интерес. Сейчас я ему расскажу, и вам тоже, что будет происходить. Короче, у моих знакомых, друзей, да, у них есть сын, ему 12 лет. Тебе что, 12, да? Да. Ну вот. Короче, у него там днюха, ему надо выбрать подарок. В каждом возрасте есть свои как бы хотелки, да? Я думаю, ты это лучше сможешь подобрать, чем я, допустим, выбрать, да, этот подарок. Поэтому ты будешь мне сегодня помогать в этом деле. Нам сейчас, короче, не нам, тебе надо придумать, что купить. Мы сейчас походим по разным магазинам и будем искать подарок. Это ребенок или подросток уже 12 лет? Подросток. Подросток. Вот что любит подросток 12 лет? Ну, обувь, одежду, там, головные уборы разные. По крайней мере, гаджеты всякие. Ну, короче, вот надо будет подумать и... Ну да. Задача, да? Ну вот, сейчас мы ее будем решать. Пошли. Так, куда идем? Ну, потом давайте. Ставишь такая думалка вот здесь над головой. Куда первая? Магазин одежды давайте пойдем посмотрим. Давай. Какой? Можно или в Nike, или в Спортмастер. Короче, мы сейчас в один, в третий, пятый, десятый зайдем, чтобы примерно картину собрать, а потом уже что-то одно уже выберем. В итоге, да? Ну, не сразу же, мы зашли в один магазин и тут же сразу... И все уже сразу, да, нашлось. Короче, блин, поэтапно. То есть не мы нашли одежду, а одежда нашла нас. Да, сейчас посмотрим в итоге, что, к чему мы придем, что он выберет. Вот мы подошли к спортмастеру. Пойдем, спортмастер. Кстати, мы недавно там были, после вот этих всех дел, там такие цены. Мячик 6-7 тысяч стоит. Кстати, сейчас и посмотрим цены, да? Опустились или нет? Ну, я так понимаю, ему надо или одежду вначале, или обувь. Вы знаете хотя бы какой у него размер ноги? Не знаю. Какой размер ноги в 12 лет? У меня 42-й. А, да? Ну, да. Ну, наверное, такой же. Не уверен. Не уверен? Я тоже не уверен. А вдруг он маленького роста и... Все может быть. Ну, ты же растешь каждый день, у тебя, наверное, нога на 2 сантиметра за ночь вырастает сейчас. Ну, что? В этом возрасте. Блин, я реально в замешательстве, я не знаю, что делать. Задача непростая. А ну, может, он каким-то спортом занимается? Знаешь, вот, когда возраст одинаковый, ты примерно так выбираешь, чтобы ты ходил. Чтобы куда-то ходит. Ну, наверное, ходит. Наверное, ходит. Да. Ну, ладно. Может, обувь ему какую-то подберем? Давай, посмотрим. Так, какой-то размер сейчас? Это 40-й, ему может подойти. Да? Да. А у тебя какой? У меня 42-й. Нифига себе. Да, у меня а большая. Что дальше будет? А? Сейчас 45-й будет в итоге? Да. Да? Папа. Ну, думаю, ему понравится. Угу. Как парик, да, белый? Ага. А ты в черных? Знаете, я просто боюсь белые запачкать, как вы знаете. А, черный такой универсальный, да, типа? Ну да, такой вот, черный даже. Вдруг он тоже такой боится запачкать. Угу. Как вариант, да? Ага. Угу. Есть 40-й, а есть 45. Ну, я думаю, ему подойдет 40-й. О, я нашел самый подходящий вариант. А, ну да. Сандалики. Всегда подойдут. Да не, всегда подойдут. А у тебя есть такие? На случай всегда. А, кстати, сейчас же лето. Ну да. А у тебя есть такие? Есть, но я не люблю. Я больше, по большей части, летом люблю вот такие носить. А, с сеткой, да, решили? Да, они более такие дышат. Более удобные. И в них еще побегать можно. А, кстати, это как вариант. Ну да, неплохой, да, видишь? 43. Ну ладно, ему 43 точно не нужен. Ну они, кстати, прикольно смотрятся. Ну да, такие, как сказать, ветреные. Не, ну смотрите, тут 41, тут 40. Но. Ну что? Да. И что? Что мне тогда об этом говорить? Мне кажется, ему 41 больше подойдет. Да? Или 42? Не знаю, вот такой рюкзак ему подойдет. Не знаю, ты выбирай. Да, ё-моё. Почему я? Ну, потому что ты, у тебя, знаешь,
Вот у меня видение одно в моем возрасте. Ну, подсказывайте мне, не, подсказывайте. А у тебя видение в твоем возрасте такое. Поэтому господи. Ты лучше всего выберешь. Тут 15 лет, тут вообще 20. А, это литры. Да, это литры. Литры, это господи, лет. Я смотрю, лет. Господи. Рюкзак на 20 лет. Рюкзак на 20 лет. Типа один проживет 15, другой проживет 20. Да, какой ты оптимист. Ага. Не, слишком большой, думаю, для меня. Да не, вот обычный школьный рюкзак, я такой. Короче, обычный школьный рюкзак, вот. Ну ты хотел бы себе рюкзак? Я? Да. Мне мой, в принципе, устраивает. Большой такой, компактненький. Ну, знаешь, такое выбрать что-нибудь, чтобы он офигел. Чтобы такое. Да. Чтобы он офигел. Угу. Чего он офигел? Когда ему будут дарить, чтобы он офигел. Все, пошли за iPhone 15. Нифига себе. Ой, если бы он знал, да? Даже не подозревает. Ну, хорошо. Стоп, это не... А вот, нет, вот. А то я уже испугался, думал, его убрали. Вот мы здесь. И ты. Не локи. Нет, это слишком большие. Или нет? Фига себе, ты для папы взял, что ли? Да я вот спроси, они так задумано, что они должны быть такие широкие. Да, вместо палатки. Ага. Типа такие, приехали, сняли штаны и все, вот палаточка. Не, они даже мне большие. Вот эти можно свободно взять, они и мне подходят, и я думаю, ему тоже подойдут. Как вариант, да? Ну да. Как вы думаете, подойдут ему? Тебе нравится? Ну, более-менее, да. Ну, как вариант, это тоже заметочку ставим. Так, заметочку поставили. Вот они, вот эти уже поменьше. Нет, на размер не смотри, размер это уже там будем выбирать. Да я не про размер, я именно говорю про то, что они подойдут. Ты модель именно. Ой, нет, все, это самое максимальное. Это максимал. Ну, короче, вот эти вот магазин запоминаю, вот хорошие джинсы. Угу. Вот эти вот вторые. Если что, мы запоминаем. Запоминаем красные, белые и черные. Но белые. Ну, белые не, они марки. Да. Да. Красные, черные. Все. Так, стоп. Это... Куда нам? Пума? Где? Пума там. Пума там, да? Да. Точно там? Не знаю, хороший он или плохой. Сейчас узнаем. Да, сейчас узнаем. Если скажешь, что тут снимать нельзя, значит плохой магазин. Ай-яй-яй-яй! Ничего не приглянулось, это такой, да? Магазин, в общем, я понял, что это за магазин. Это магазин, где нарисованы эмблемы разных спортивных клубов. Ничего. Вот что это за магазин. Не пойдет, да? Нет, вот Puma, а вот Nike. Видите, в Nike двери открыты. Пойдем в Nike. Да, пойдемте в Nike. Интересно, есть Jordan? Это сейчас модно? Да. Да? Да. Это я точно знаю. Но я... Не знаю, как они ему нравятся. Мне больше нравится Adidas, если честно. Но вдруг он любитель Nike. Он футболист, этого мы не знаем, вы тоже не знаете. А ты футболист? Я нет, я танцор. Танцор? Да. Что танцуешь? Ансамбль танцы. Ну а какие? Грузинские. Грузинские? Я думаю, вы знаете. Нифига себе. Куда я знаю? Хотим в конце апреля поехать выступать с ней. Или в Севастополь, или в Пятигорск, я не помню. Да? Да. Давно ходишь? Больше года. Ну, а уже выступать едет. Это под... Ну, не знаю. Кажется, под белым. Все, мы нашли Джорданы. Это Джорданы. Ну, это жарко летом. Ну, да. Вообще, вот более подходит, получается, вот тот вариант. Да. Сетка, да? Да, сетка. То, что мы смотрели. Или еще какие-то, или по типу моих. Мне в них все равно, где ходить. Просто... Не, ну к лету лучше с сеткой. Да, мне все равно. Мне даже сейчас в них прохладненько. Да? Да. Кондиционер в ногах стоит? Не, ну если бы тут были бы обычные Джорданы, то есть обычные прям, они прям под лето и под весну. Но я не сказала, что под весну, потому что весной большие дожди. Угу. Поэтому они быстро мокнут, Джорданы. А вот под лето Джорданы прям в самый раз, во-первых, красиво, а во-вторых, дышат. Так, что, куда идем?
Блин, я даже не знаю, вот Adidas закрыт, мне прям жалко, что он закрылся. Это прям самый адекватный магазин, мне кажется, был. А там не за поворот? А, по-другому, да? Пойдем посмотрим. Да, пойдем. Просто это задача, да, подарок выбрать? Ага. Особенно в одежде. Брокколи. Брокколи супергерой. Вот у них, другие интересы. Ага, они же маленькие. Так, ну что, наверное, эту... Наверное? Самокаты? Самокаты ему брать будем. Стиральную машину, да? Не-не. Посмотрим, что ты выберешь. Наверное, мясорубку, да? Мы приехали к отделу телевизоров и телефонов. Ну, часы электронные. Что, дубль 2, что ли? Как по мне, вот такие вот, смотри, вот такие части, вот такие части. Телефоны точно мы брать не будем, я думаю. А у тебя были такие часики? У меня однажды были. И что, нужная вещь или нет? Нет. Нет? Бесполезная? Не, ну если у меня были однажды, но были похуже такие. Ну, ну нужная вообще вещь? Простенькие или... такие, да, которые пульс меряют, что-то такое. Постоянно. Нужная вещь или нет? Да. Да? Вещь нужная, но чисто если ты... Ну, бесполезная, да? Спортом занимаешься, если. Вы спортом занимаетесь, это я знаю. Угу. Я тоже спортом занимаюсь, танцую. Короче, вроде нужная, вроде нет. Так, уходим от телефона. Да, идем дальше. А вот от этого я бы не отказался. Да? MacBook, блин, ей-богу, классная штука. Куда хочешь его пронеси, все равно будет. Офигеть. Ну, делать все, что хочешь, можно. А что с ним можно делать? В основном по работе, но есть такие машины. По работе? А какая у тебя работа? Ну, никакой работы, но в основном я бы взял себе MacBook. Ты что, безработный, что ли? Да, конечно, я безработный, живу за счет своих родителей. Ну, хорошо устроился, да, молодец. Ну, что, 18 будет? Они тебе еще за это платят, да? Да, да. Прикольно. Ну, там не надо это второго сына, может, я скажу, пристроить. Знаете, вот нет, пригодился бы мне второй старший брат. А ты деньги не требуешь еще? Требую. А требуешь? Живет на халяву, что деньги требуют? А посуду моешь? Да. Да? Да. Ничего. Да? Через раз, да? Каждый день мою, да. А посудомоечная моешь? Да. О, игровые макбуки, смотрите. Здесь макбук? Да. Вот, блин, смотрите, какой маленький. Прям маленький-маленький. Прям маленький-маленький-маленький. Что за фирма? Это, сейчас скажу. Asus. Asus Zenbook. Asus. Понял. GoPro-шка ему нужна? Ну, зачем? Не знаю, вдруг он начинающий стример, блогер. А ты не стример? Я нет. Не блогер? Может, ему колонку вообще купим, а? Смотрите, вот такой потом... питбокс. Здесь напишем «Привет, соседи», да? Ага. Или пианино. Вот это есть. Магнитола в машину. У тебя машины пока нет, да? Не, у меня в машине. У тебя будет машина? Машина будет у тебя? Не знаю. Хочу мотоцикл или квадроцикл. Мотоцикл хочешь? Не, квадроцикл. Ты что, не надо? Это последнее лето. Это смотрите, тут есть игрушки. Давайте мы возьмем кучу игрушек. Это на какой возраст? Это... До 50? Да, примерно так. Подождите. Я где-то помню, в каких местах... жили, обитали Соньки. Ну, эти, видите, как это? Ну, ясно. Наручные приставки. Вот это ближе к теме. Мне кажется, в таком возрасте, когда заходит в видео, это интересует больше Соньки. В школе играешь в свою Соньку. Да. Да, блин, ей-богу, нигде. А, нашел. А, это чехол, господи. Это чехол. А Соник уже нет в продаже. Блин, ей-богу, что, серьезно, нет? Ах, блин, разочарование сплошное. О, я нашел. Давайте мы купим огромную-преогромную плазму. Да, хорошая идея. Ага, с полочкой. Или плазму еще побольше. Чтобы прям, когда играешь в какую-то компьютерную игру, тебе прям было видно все до мельчайших подробностей. Не то, что эти ноутбуки с маленьким экраном. Мне надо, блин, брать на рожон, брать огромную плазму. Короче, я понял, здесь ничего интересного нет. Вот это хороший плеер. Вот
это хороший плеер. Блин, я говорю, что это хорошо, хотя сам первый раз вижу. Что это такое, да? Ага. У меня мой маленький, такой компактненький. А вот это нормально был? Да, это хороший, по типу телефона. Такой древнерусский. Но если у него... Да, так, кстати, давайте почитаем на нем характеристики. Может, это... Да. Есть ли на нем Bluetooth? USB кабель. Ножи все. Да, Bluetooth на нем нету. А может, таких не бывает с Bluetooth? Нет, я видел. Нет? Такие. Я такие видел. Такие есть. Есть вот такие, в общем, наушники, верно? Угу. Да, верно. И вот они обходят полностью всю голову. И вот знаете, в чем их проблема? Типа, если они хорошие, то они, да, и не будет никто слушать твою музыку, никто не будет это слышать. У меня есть такие, но они прям слышат, ну, слышат музыку. Я хочу, чтобы были такие наушники, вот тут беспроводные, а мне нужны, наоборот, с проводом. Если ему понравится, то с проводом это самый лучший вариант, я думаю. Это для чего? Для компьютера? Это и для компьютера, и для всего, там разъем. Ну, в городе не будешь вот такими ходить? Буду. Будешь, да? Я всегда ходил. Я нашел, что ему понравится. Nokia. А, нет, это Digma. Ему понравится должен такой телефон. Да? Ты будешь такой подарок дарить? Нет. Нет? Конечно же нет. Тогда мы его не берем. Я бы подарил бы ему. Я бы ему подарил, если мы смотрим телефоны, то я бы ему подарил бы такой телефон. Вот такой бы и телефончик я бы ему подарил. На угад ведь сказал. Да. Примерно, по звездам. Да, я вообще по ценам такая. Поле чудес. Да. Спортлото. Мы пришли к беспроводным наушникам, но они нам бесполезны. Мы еще не знаем, сенсорный ли у него телефон. А у тебя какой телефон? У меня... Не будем, да? Да, не будем. Ладно, показывай. А грустно? Не будем о грустном. Грустно, да, не будем о грустном. Не надо нам о грустном. Помнишь, что я такой же? Домашний такой закупил. Повезло тебе с телефоном, да. Так, короче, мы или можем тут взять или часы какие-то, и все. Часы какие-то? Да, кроме часов ничего нормального нет. И ты часы сказал, что они бесполезны. Хотя, смотрите, вот мы нашли идеальный вариант того, что тут типа смотрите. За тридцаточку, да? А, тогда нам за тридцаточку не нужна. Ну или вот за 16, и вот за 9, вот за 10 вообще соньки. Не кажется ли это айфон? Да, ей-богу, айфон. Вау, так сорялись. Да, я не разбираюсь же в телефонах. Боже, айфоны, они существуют. Да, жесть. Покажи свой телефон. Опа. А какова ваша цена? Цена? Да. Рубль. Какова цена того, что я вам покажу телефон? За сколько ты покажешь свой телефон? Какая-то Ганова началась. Золотой телефон. А, золотой телефон, нифига. Да. Так он неделю продал. А у тебя телефоны разлетаются, да, наверное? Ну, типа, я иду по улице случайно. Типа, смотрите. Иду по улице случайно, веточкой. Покажи свою звонилку. Да нет, спасибо. Да не покажи. Там такой сюрприз. Вот будет под этим видео миллиард лайков, тогда покажу. А у тебя когда днюха? 23 декабря уже была. А, была? Что подарили? Неважно. Ладно, подарили. Вот это телефон, что ли? Нет. Подарили крутые шмотки. То, что я хотела, набор Лего. Не знаю, как они догадались. Короче, Лего ты насытился. Я даже не намекала, самое главное, что я именно это хочу. Мне подарили именно тот, который я хочу. Так, ну что у нас? Ладно, пойдемте в магазин одежды. В тот же, что ли? Ну, где, помните, вы портфель видели? Мы там будем что-то брать или нет? Я не знаю, как ты думаешь? Я так понял, что джинсы там можно взять. И если там будет какая-то под джинсы кофта, такая майя, ну, помните, там были красные и черные? Mm-hmm. Если там будет под это какая-то классная одежда, то там верхняя одежда, то будет очень классно, потому что будет классный костюм. Mm-hmm. Еще можно что будет сделать с вами? Ну, давай. С портфель можно будет какой-нибудь подобрать тоже в том магазине. Мы тот портфель запомнили, да, тоже хороший, очень хороший. Нормально? Да.
Короче, мы нам опять в этот же магазин. Где, какой где красные эти были? Да, где красные штаны. Это какой магазин? Я просто не помню уже. Давай, а что ты говорил, что майку какую-то к этому? Да, ну давайте вначале примерим. Ну, может, сразу возьмешь, чтобы ты 10 раз не выходила туда. Давайте мы тогда сюда пока положим. Ты с собой возьми просто. А, ну окей. Да не, ну смотри, ну какой классный вариант. Все, охраняйте меня. Давай. Ну, короче, сейчас, наверное, скорее всего, если подойдет, да? Наверное, одежду берем. Ну, разыграть, типа он будет дарить. Как он это будет сейчас, короче, ну, по ходу посмотрим, как это будет происходить. Самое главное, какая будет реакция. Думаю, ему понравится. Берем такой набачку. Красно-черный тоже. Ну, типа, да. Сейчас найдем мы этого. Продавца. Или тут нет продавцов. А мы сейчас еще подойдем. Анатолий. Да. Опа. 43-й? У меня ложечку сейчас. Они так просто мне не подчинятся. Ты не догадался, что подарок будешь дарить ты? Не понял. Ты будешь дарить подарок. Ты же выбирал. Я предлагаю, чтобы он вместе с кроссовками тот набор одел, на нем посмотреть, как это. А по размеру подошло? По размеру чуть-чуть подошло? Чуть-чуть великовато. Чуть-чуть. Да, там на вырост, еще он подрастет за все. Да, за все лето он вырастет, гипопотамом станет, как я. Хобот отрастит еще, либо надо будет на хоб. Ну не слишком болтается? Не, не, нормально. Если их прям зашнуровать, наверное. Это 43-й, это 43-й там или первый. Анатолий, мы зашнуровываем. Короче, просто смотрите, я... Давай, бери, одевай все. Не, я уже это не одену. Почему? Нам надо полностью посмотреть. Чтоб ты вот так вот покрутился, мы тебя еще снимем. Мы на тебя хотим посмотреть, как это будет. Да, 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 да. Ну что, а как ты хотел, да? Вот. Пипец. Вот так вот подарки выбирать, что ты хочешь. Обалдетушки. Потрудиться надо, да. Это обалдетушки. Ну, лук неплохой. А? Лук неплохой. Ну, прикольно, прикольно. Это, наверное, такой же займет. Да? Какая опа, зависть. Да. Небольшая. Ну что, подожди, значит, видео же будет. Мы там кое-что придумали. Это интересно стало. Да. Да. Ну. Хочу начать все за видео, но. Ну, попозже. Поэтому, чтобы как бы не пропустить, что будет дальше, надо что там, если это на Ютубе, подписаться на канал, нажимать колокольчик, написать свой комментарий. Кстати, среди тех, кто пишет комментарии, можно будет какой-то розыгрыш, да, устроить. Так будет прикольно, ну, да. Что-то разыграть, какую-то денежку. И в одном из видео скажу, что мы и как будем разыгрывать. И, ну да, так. Так вот и со зрителями тоже надо общение, да? Просто сейчас в данный момент непонятно, где это видео будет. Ну, скорее всего, на Ютубе, может быть, ВК. Не знаю, где вы сейчас смотрите это видео. Ну, там, где его можно смотреть, потому что в данный момент непонятная ситуация. YouTube у нас. Ну вообще, мне кажется, бомба, да? Пушка. Пушка. Короче, идем на кассу. Все это сейчас упаковываем. Едем дарить, да? А друзья, мы же еще что-то хотели купить. Портфель там, да? Не, все. Вот такой набор, я думаю, наверное, хватит. Ну, думаю, ладно. Сейчас еще посмотрим, сколько выйдет. Я уже вижу, что 7,697. Угу. И все только начинается, да? В смысле? Еще все только заканчивается. А, да? Мы за портфелем не едем. А, это про белье, да? Да. Мы же за портфелем не едем. Ну, прикольный набор. Не знаю, мне нравится. Да? Нормально. Составчик. Составчик. Угу. Уже 10,696. Что? Осталось подарить. Да, осталось самое тяжелое. Как будешь делать? Допустим, давай это... Нет, я уже придумал. Здравствуй, Артем. Это я лично тебе выбирал, но подарок этот Анатолия Мамадова. Он тебе с душой это все дарит, а я всего лишь там все выбрал. Ну, прикольно сказал. Ну что, я выбирал, ты даришь. Можно да? сказать... Я 60... как... Давай 60... потренируемся. Что мне надо говорить? Вот я пришел такой. Ты я, типа? Да, да. Вот я пришел, как мне говорить? То есть... Ты, я, то есть если ты. Если я буду дарить. Типа, я Анатолий и ты Лёва. Ты Артём. А, я Артём. Да, да, я пришёл такой. О, здравствуйте, дядя Толик. Здорово. Он всё знает?
Да. Здравствуйте, дядя Толик. Проходите, я тут тортик отрежу. Я такой, ну вот, короче, я купил тебе... Не, не я. Это там один мой знакомый, да? Мой друг. Мой друг. Короче, помогал мне выбирать подарок. Короче, и мы, короче, все-таки выбрали подарок. Короче, не умею это говорить. И вот так, да, такой? Ну, держи, ты же как берешь, да? И все, да? Ну, да. И он должен радоваться, да? Да, говорит, о, как классно! Давайте пойдем, сейчас покушаем тортика. Короче, как-то так это будет, да? Да. Ну, короче, знаешь, в чем прикол? В чем? Это подарок ты сам себе выбирал. Это все тебе. Это у нас такое видео. Перезагрузка, подождите. Артем, ты что не радуешься? Ты же должен быть вау, там, как ты говорил. Что? Я в шоке. Да? Немножко? Не, не немножко, прям вообще в шоке. Нормальный подарок? Офигенный. Я прям реально в шоке сейчас. Ты не подозревал? Нет. Не догадывался? Я думал, реально мы сейчас куда-то поедем и подарим. Вот мы уже приехали. Пара-бара-пам. Да, то есть оператор тоже об этом знал? Конечно, знал. Он не знал же, да, неправильно. Если бы об этом ты знал, то бы не было такой эмоции. Короче, она, видимо, такая запоздалая эмоция, да? Сейчас, короче, потом домой придет. Что? Короче. А может, это мы все же к Артему поедем подарим? Да. Артема не существует. Это вымышленный персонаж. Артем — это твоя вторая личность. Да, да. Сейчас такая перемотка, все, что происходило, такой джи-джи-джи, как он выбирал это все. А может, надо было что-то другое выбрать. Да, да, да. Телевизор. Да. А давайте сейчас перемотаем. Поедем, купим тот iPhone 12. Ну ладно. Ну, до 12-го iPhone, я думаю, мы еще дойдем. Да, дойдем. Потому что это начало нового контента. Ты прям, я сейчас в шоке. Я прям реально в шоке. Я не ожидал. Я прям не ожидал. Прям спасибо. Я реально не ожидал. Я сейчас в шоке. Это хорошо? Это суть этого видео? Это прям в шоке. Я прям реально в шоке. Сам в шок в шоке, да? Да. Да не, не то, что сам в шок. Шокированный шок, который был в шоке, сам в шоке. Да, ну прикольно. Да, я сам не понял сейчас. А, да. Все, кто не подписались, не нажали на лайк и на колокольчик, нажимайте на лайк, колокольчик и подпишитесь. И прорекламируйте наше видео, потому что... Да, а как рекламировать? Репост, да? Ну да. С кем-то поделиться. Да. Прикольное видео. Ну что, все, с вами был Анатолий Мамадов. Гордон Лев. Да. Который в шоке сегодня. Который в шоке. Лев в шоке. Шокированный все. Лев. Скоро будет новое видео. Тоже есть интересные задумки, идеи. Будем их реализовывать в видео. А вот, чтобы дать мотивацию, это зависит от вас. Потому что, если ставится лайк, пишется комментарий, да, мотивирует еще снимать ролики. Короче, увидимся. Всем пока. Пока.